Сергей Михайлович Михайлов, о нем очень говорить сложно. Он всегда был человеком уравновешенным. В общении был в любой ситуации доброжелателен. Всегда понимал того человека, с кем он ведет беседу. Вообще просто в окружении Сергея Михайловича не могло быть людей, те, которые бы к нему плохо относились. Вот отсюда надо сделать вывод, что Сергей Михайлович человек был, ну, если сказать всеобщий любимец, значит ничего не сказать. И в среде тренерского корпуса, и в среде судейского корпуса. Ну, а среди болельщиков я уже не говорю. Он с любым мог остановиться. О любой точке зрения мог сказать и переговорить с простым человеком на улице. Болельщики останавливали его и задавали любые ему вопросы. Он на все мог отвечать. Вот это и есть Сергей Михайлович Михайлов. Значит, по общению с судьями, мы сейчас вот видим на играх КХЛ, играх высшей хоккейной лиги, как ведут себя тренеры и как они общаются с судьями. Сергей Михайлович, это, наверное, с Владимиром Ивановичем Воробьевым, это эталоны общения с судьями. Эталоны являются не просто в отношении хвальбы в адрес его, потому что вот уже второй год теперь его нет с нами, а он всегда входил в жизнь и образ судьи, потому что знал, что это очень ответственная, тяжелая работа. Претензий у него никогда не было. Он мог после игры по прошествии уже длительного времени попросить объяснения и сказать, что вот этот момент он не понял. И только. А в претензиях он за всю свою тренерскую карьеру, насколько я помню, даже в общении вне хоккея с ним, он это всегда говорил. Судья выходит делать свое дело, и он всегда прав. Всегда. Судья является правым человеком. Поэтому у него никаких не было у него таких особых мнений о том, что вот он лучше их знает, разбирается, хотя как тренер. Поэтому он судьям был всегда ровен, и всегда уважительно ко всем судьям относился. Тот финальный матч, он, конечно, особый был, потому что одна эта команда была, тогда была команда еще «Торпеда», она выходила, нет, «Лада» была уже, выходила в финальную часть, как иногородний клуб, в отличие от Москвы, первый посягнувший на роль лидера в хоккее. И Сергей Михайлович тогда, у него был величайший наставник, и есть сейчас еще Геннадий Иванович Сугуров, он работал у него вторым тренером. Ну, у него в этом смысле, у второго тренера всегда тяжелая работа. Физическое состояние игроков, настрой на игру и все остальные те атрибуты хоккея, которые стороннему глазу незаметны, это является уделом второго тренера. Поэтому он, конечно, набрался огромного опыта за все 7-8 лет работы с Сугуровым. И после этого выпрыгнул уже как ласточка, свободная птица, в полет для работы главным тренером.